Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как настроить автоматическую запись вызовов. Для этого нам нужно зайти в телефонную книгу. Она у меня расположена слева, самая нижняя. Нажимаем. И тоже слева, внизу, три черточки. Мы нажимаем и переходим в настройки. Нажимаем настройки, и вверху вторая строчка, мы видим запись вызовов. На данный момент у меня она отключена. Она отключена у всех по умолчанию, поэтому мы ее включаем. Нажимаем, и мы видим, что вторая строчка записывать вызовы автоматически отключена. Мы его включаем, и перед нами ниже предоставляется выбор. Либо записывать все номера, независимо, вы кому-то звоните или вам кто-то звонит, либо выбранные номера. Выбранные номера мы тоже можем выбрать. Либо записывать только неизвестные номера, можно поставить галочку, либо мы можем выбрать из списка номеров. То есть мы добавляем любой номер, и этот номер будет записываться. Но я выбираю все номера, потому что любой номер, любой вызов может быть важен. Также мы можем включить в другом месте. Для этого нам нужно перейти в настройки. Далее нажать пункт системное приложение. Далее нажать телефон. И также вот есть запись вызовов. Мы включаем, и у вас будет работать вызов. Да, друзья, чуть не забыл. Прослушать телефонный разговор можно сразу же после разговора, то есть опустить шторочку, и тут должно быть ваша запись показана. То есть нажимаем и слушаем, либо же перейти в проводник, далее выбрать внутренний общий накопитель, выбрать MUVI, вот Sound Records, Call Record, и вот тут вот, то есть все ваши вызова находится. Вы можете это все прослушать и потом удалить, либо удалить вот так по отдельности, нажимаем и удаляем, либо выбрать все вызова, также нажимаем, и вверху галочка выделяем все, вот, и удаляем. Все, мы удалили. И можем продолжать записывать разговоры дальше. Ну, на этом все. Подписываемся, ставим лайки. До свидания.